Всем привет! С вами я, Элеонора, и в этом видео я хочу снять обзор на первую часть на мои рисунки. Я вам обещала ее снять. Просто долго я снимала, мало рисунков у меня накопилось. Первый рисунок, который я нарисовала только сегодня, это марионетка. Из Фредди. Получилось. А следующий рисунок это вот на числа. Север Автохай. Я ее, конечно, зарисовывала. Дальше тоже Зоровтхай Серис. Это черри. Тоже вот так получилось. Затем идет пони, я сама придумала, потому что очень люблю рисовать. Палитра. Вот так. Это красиво получилось. Только глаза слишком мышь. Дальше это Венера из Монстра. Я просто так придумала. Так я знаю, как выглядит настоящее. Просто решила так сделать. Не такая грустная. Дальше не знаю, как называется, но забыла. Который пасет овец. Даже на шее колокольчики. И вот я замучилась рисовать. Глаза я просто нарисовала. Руки тоже просто нарисовала. Все это не знаю. Жизнь у меня волосы, я потом заколебалась уже рисовать. Дальше идет рисунок красками. Леди Баг. Только получилось не очень. Цвет такой. У Леди Баг, но... Не знаю, почему мне не нравится. Кому-то нравится, не знаю. Кому-то нравится. И еще два рисунка всего-то. Ну, вам, надеюсь, тебе понравится смотреть. Это Мэйвис. Только глаза слишком большие получились. Да, я рисовала ее. Красками заливала. Потом фломастерами сделала. Это простым карандашом. Все это все красками. Акварельный могут даже постепенно. Получилось. Кожа тоже карандашами. Да и можно было красками. Так. И последний рисунок. Это Эльза. Но у меня вообще некрасиво получилось. Не знаю, почему захотела. Тепло, потому что вала. Немного помялся. Вот так.
вот это все пока. Потом сниму еще вторую часть, просто не хочу много тратить места на моем планшете, чтобы можно было что-то устанавливать. И сняла по частям. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Леонора Каримова.